Ага, съемка началась, спрашивайте. Вот это что за дерево? Листья прям как малина. Это кустарник. Небольшие. Просто кустарник. Вы когда-нибудь знакомы были с это самое? С фундуком. Это лещина, его дикая форма. Но едим, аж за ушами трещит. Только косточки помельче. Понятно. Вот, смотрите. Идите сюда. Да-да-да. Настоящая. Угу. Я торгую косточками с нее каждый год. Так, ну, давайте уже с яблонями закончим. А, как тут мимо груш-то идти? Смотрите на это чудо. Как мимо них пройти? Угощайтесь. Попробовать. Спасибо. Угощайтесь. Пусть паданка, да? Так она вот. Еще вкуснее. Ну, она просто рано созрела, потому что была дикая жара. Ой, пробуйте, пробуйте. А они тоже есть хотят. Как вы их уничтожали? Вот у вас уровень. Да мы еще не уничтожали. А, не успели? Мы вчера приехали на дачу. У нас там дедушка жил, Андрюшин папа, пока мы уезжали. И приехали, что-то раскрыли, а там на бетонке прям кишат, они уже с крыльями. Это они расселяться собрались. Только не мешайте им. Так, ну ладно, полюбовались. Так, сколько еще на дереве? А мы уже собирали эти дни. Вот. Ну, что я скажу? Там где-то бирка, некоторые похожи друг на друга. Вот это уже лично Сергей садил. Я тут особо не отслеживаю. Вот. Конечно, надо мной могут смеяться, что я не знаю, какой это сорт. Сейчас я гляну бирку. Бирка, бирка, бирка. В баночку в ноябре посадим, да? Да, в баночку и в холодильник. Так. Ладно, бирку я не нашел. Мы до яблонь дойдем сегодня, нет? Угощай, вы что не угощаетесь? Почему я покушал? Да. Устраивает? Потом, Сергей, это я пока не вижу бирки, ее там трудно найти. Я хочу такую. Вы Сергею скажете, вот пальцем запомнили, я для чего вас привел? Вы мне помогаете фильм снять, а я вас угощаю таким образом, чтобы вам была польза от похода. Идем сюда. Вы красотища, да? Вот это молодежь. Это молодежь выращена на месте, то есть без пересадки, понятно? Так, где-то яблочко. А, пойдемте сюда. Пойдемте сюда. Пойдемте сюда. Вот она, Квинти. Привез с Украины. Супер сорт. В этом году, к сожалению... Ну, давайте вот. Вот это. Сейчас еще вам. Какой-нибудь, который упадет, значит, спелая. О! Угощайтесь. Чудеса они эти. Вот. У меня несколько сортов, которые я называю суперсорта. Они очень без этого, они, как говорится, без... С кислинкой, но очень ароматные. Так извините, ароматные, им еще созревать. Это то, что первые падают. Так, что бы еще? Абрикосов мы уже не найдем. Не найдем. А мы сейчас какое это смотрели? Да. А, это мельба. А, это мельба моя. Та самая. Мельба. А, ваша любимая. Любимая. Вот. Ну а что? Это что-то залечивали, что-то обрезали, да? А куда деваться? Мы вынуждены брать ветки на прививку. И потом, когда случается, что ниже ветка отсыхает, это горькая правда. Когда не режешь, нет саженцев. Режешь, сокращая жизнь дереву. А когда вы прочтете в любом издании, что мы режем надо для того, чтобы сделать деревья здоровее, долговечное, это подлейшая вещь на свете. Потому что если не резать, то нет статьи, нет фильма.
А чтобы была статья или фильм, и гонорары, и заработки, надо обязательно придумать, что дереву надо обрезка, чтобы оно лучше себя чувствовало. Подлейшая вещь. Но это из меня выходит, эта эмоция, извините. Так. Знаете что, Сергей насадит, и гадай теперь, что это такое. А, розмарин. Он, кстати, на розмарин-то и не похож. Ну, подвой влияет. Так, ну что, вылазим отсюда. Вон они привитые. Это белый налив какой-то, да? Нет? Как это белый налив. А как вы угнали? Вы что, разбираете, что ли? Так у меня папа-то, у мамы же на Айдае была дача. У нас всегда был белый налив. И потом папа мельбу посадил, вот мы. И я вот, это вкус детства, конечно, белый налив. Это а, да. Я восхищаюсь. Знаете, я сейчас скажу вам на прощание следующее. Ага. То, что вы видите здесь яблони, это просто чудо. Дело в том, что в треугольнике Саяногорск-Минусинск-Абакан произошло страшное несчастье. Погибли сотни тысяч, миллионы яблонь. Взрослых деревьев и молодых в одночасье, то есть за несколько лет. Страшнейшая эпидемия имеет бактериологический характер. Вот. И не знаю, чем все это закончится, но 90% яблонь уже в нашей Хакасии и на юге Красноярского края уже нету. Уже не вымирает. Уже вымерли. 90%. Значит, какие еще держатся? Привитые на Сибирке, вот, и те, которым не подходит секатором. Ну, а так как вас все книги, журналы и эти ссылки в интернете убедят, что обязательно хотите иметь, чтобы дерево было красивое, и давай резать. Это только ради заработка, не думая о последствиях. Ну что, я выключаю камеру. Вот. Северный синап прочитал. Синап, я синап. По-моему, у нас фаина абрикосная каша. Да? Да, у нас фаина. Фаина, это которую вы похвалили? Да. Купленная у Сергея Железова. Угу. Все-таки фаина, не королевский. Да, да, да. Фаина. Мне обидно, у меня позавчера тут съемка была. Я последними фаинами угощал. А, так погодите, то, что вы приняли за персик, да, это и есть фаина. Попробуем косточек тоже. Пробуйте. В этом году у нас 3 абрикосинки было, в этом году уже... Ведро. Побольше. Ну, мы не знаем, сколько нас не было. Побольше. Так, выключать, не выключать. Сейчас посмотрю. А все моргает, сейчас само отключится. Все, давайте это нашим... Вы мне здорово помогли. Давайте. Вот. Вы мне принесли две радости. Первый, вас подносит фаина Железова. Пусть фаина вы начали с того, что это королевский. Да, да. Вот. Я почему-то королевский. Королевский – это его папа фаины. Я вот сейчас вспомнил, на бирке было написано фаина. Все, отлично. И то, что вы вот эту фаину приняли за персика, вы меня такой подарок преподнесли. Пусть... Словесно. Очень все вкусненько. Я в восхищении от груши тоже вообще. Элина, будем садоводом? Да. Скажи, чтобы купили хотя бы за 100 рублей брошюру. Ну все, пока. Друзья, выключаю.